Сегодня у нас 14 мая 2020 года, и тема нашего вебинара – уход за лицом, ну не только, конечно, за лицом, очень важна еще и шея, и поверхность тыльная наших кистей. Вот, как ухаживать нам, как говорится, за кожей, перешагнув рубеж 35-40 лет, когда уже возрастные изменения проявляются. Или уже проявились. Как нам создать свою рутину так, чтобы она была правильной, чтобы использовались ингредиенты в косметике только с доказательной базой эффективности, какие ингредиенты надо искать, как их применять по сезону, как их применять по времени суток, что лучше с чем сочетать. Да, это мы все сегодня будем обсуждать и в конце попробуем, как говорится, создать свою рутину. Всех приветствую на нашем вебинаре. Вот, очень рада вас видеть. Вот, и потихонечку будем начинать. Я приверженец традиционных взглядов, консерватор, можно сказать, поэтому я с трудом, как говорится, воспринимаю информацию о каких-то новомодных, непонятных ингредиентах, которые еще не имеют достаточной статистики применения. Поэтому я буду озвучивать свою точку зрения, она у меня достаточно консервативна. Поэтому в составе антиэйдж-средств я предлагаю искать кислоты. Подробно потом по каждому пункту поговорим. Кислоты... Они могут быть как в домашних средствах, соответственно, там будет, как правило, выше pH. Вот, и они будут иметь небольшую концентрацию кислот, определенные комбинации кислот, которые можно использовать, ну, в практически ежедневном, например, да, уходе. И кислоты, естественно, традиционно применяются в пилингах. Сейчас есть пилинги даже для домашнего ухода, тоже достаточно щадящие с pH там, не ниже 2,8-3, вот, которые, собственно, могут применяться даже не специалистами, но с осторожностью. Вот. Но я как раз буду иметь сейчас больше в виду не средства для кератолитического какого-то воздействия эпизодического на кожу, а именно препараты, которые содержат, например, АХА-кислоты в своем составе с целью ежедневного воздействия на кожу, регулярного, то есть рутинного ухода. И когда, кому их можно применять, мы это обсудим. Естественно, ну, наверное, даже я бы на первое место поставила ретинол, потому что ретинол – это один из, так сказать, самых антиэйдж с доказательной базой эффективности ингредиентов, имеется в виду активная форма ретинола, естественно, а не там небольшая концентрация где-то в конце списка пальмитата или ацетата, который просто для стабилизации формы, например, иногда используется. Вот, я имею в виду активные формы ретинола, мы о них тоже поговорим. И у нас как раз вот новинка вышла, ретидерм 0,25, разработки, которые я, собственно, тоже активное участие принимала и в клинических испытаниях. То есть это как бы мы тоже упомянем, обсудим, чем отличаются ретинол от ретинола. Да? То есть что мы должны опять-таки тоже как определить, да, что этот ретинол будет активный, а этот ретинол будет просто, ну, оказывать небольшое антиоксидантное действие. Да? Вот. Естественно, поговорим о пептидах достаточно подробно, разберем, какие бывают, что есть у нас кельтек, например, из пептидов, что еще какие есть, да, для чего они применяются и как. В этот же список я включила обязательно антиоксиданты. Ну, так как ретинол, витамин А у меня уже упомянут, поэтому список продолжается витамином С и витамином Е. Ресвератрол – это достаточно тоже сильный антиоксидант. И биофлавоноиды, такие как, например, ну, всем известный дигидрокверцетин. То есть вещества либо натурального, либо полусинтетического происхождения, которые, например, как троксирутин, да, и которые воздействуют на много, как говорится, многоуровневые, да, оказывают воздействие на функции и на вообще на функционирование клеток кожи, соответственно, улучшая визуальное качество этой кожи, чего мы хотим добиться. Ниацинамид, ну, отдельно его даже, можно сказать, как бы вот в этот список я поместила, хотя он и антиоксидантным действием обладает, но у него тоже очень много всяческих
прекрасных свойств, начиная от себорегуляции и сужения пор, заканчивая капилляропротекторным действием и, собственно, ускорением стимуляции обновления кожи. То есть, ну, фактически такой хороший матерый антиэйдж. Сюда же в этот список обязательных к применению ингредиентов в возрасте 40+, ну там плюс-минус, да, еще. Все-таки я считаю, что такие средства уже достаточно активные, надо уже с 35 лет где-то применять для того, чтобы пролонгировать молодость кожи. Но, как говорится, кто когда сообразил, что надо, тот тогда и начинает. Реконструкторы гидролипидного барьера. Аж опечаталась я. Гидролипидного барьера, можно сказать, гидролипидной пленки, да, ГЛП. Вот. Это те вещества, которые либо восстанавливают сами липидные пласты, либо уровень влаги, да, то есть как бы в этих, как говорится, в пластах в роговом слое, например, либо они воздействуют, эти компоненты, на микробиом, восстанавливая его, и, соответственно, восстанавливаются функции защитного барьера. То есть это регенерирующие какие-то компоненты, такие как пантенол, да, это про- и пребиотики, то есть это какие-то церамиды, например, да, которые как заместительной терапии работают, ну, в случае, если не хватает собственных липидов. То есть это восстанавливающие средства. Следующим пунктом — капилляропротекторы. Я считаю, тоже обязательно должны присутствовать в антиэйдж-уходе, потому что кровоснабжение тканей, оно с возрастом ухудшается. Этому способствует еще и гиподинамия. Сейчас вот в период этой изоляции для многих это просто бич. Вот, не все могут сподвигнуть себя регулярно и долго заниматься спортом. И вообще, конечно, спортом хорошо заниматься на свежем воздухе. Вот. И поэтому, собственно, когда у нас нарушается кровоснабжение, то есть сужаются сосуды или нарушается, замедляется реология крови, да, то есть замедляется ток лимфы, отечность ткани возникает. Это отечный ткань сдавливает капилляры кровеносные, да? То есть получается такой замкнутый круг, и результатом является нарушение трофики самой ткани, да, то есть ну, это выражается, ну, в области лица, как тусклый цвет лица, да, это прогрессирует купероз, да, то есть какие-то сосудистые проблемы возникают со стороны кровеносных и со стороны, в том числе, лимфатических сосудов. Вот. И к капиллярным протекторам я отношу такие компоненты, ну, всем достаточно известные, с огромной уже многолетней доказательной базой эффективности, опять-таки же. Это троксирутин, всем известный гель троксивозин, наверное, кто только на синяки не мазал, да. Вот. Это экстракты конского каштана, листьев красного винограда. То есть эти компоненты у нас как раз в антикуперозном геле есть. Собственно, капилляропротекторным действием в некотором роде обладает и центелла азиатская, и дигидрокверцетин, биофлавоноид тоже в том числе. То есть, и, соответственно, вот эти вот компоненты, они будут улучшать кровоснабжение, капиллярное кровообращение, то есть самые маленькие поверхностные сосуды, улучшать сосуд, укреплять их стенку, да, и, соответственно, улучшаться будет реология крови, и, соответственно, последовательно будет у нас улучшаться трофика тканей, оживляться цвет лица. Вот, поэтому я, например, люблю наш антикуперозный гель возить с собой куда-нибудь там в командировке, которые сейчас, вот, увы, или не увы, временно закончились в связи с тем, что авиасообщение прекратилось. Вот. И, соответственно, когда ты, допустим, какую-то дорогу, да, ну, или не обязательно там на самолете, да, ты можешь куда-то ехать просто на машине долго, устать, и вот эта вот затекшая поза, шейный отдел, он тоже очень, очень влияет сильно на кровоснабжение тканей лица, в том числе, да, не только головы. Вот. Аскорутин – это рутин, да, там рутазид. Но как бы это пероральный препарат, а троксирутин – это топический препарат.
хотя он тоже содержит рутин. Вот. То есть как бы сосудоукрепляющие средства, да, которые можно нанести на кожу. Вот. Аскорбин – это таблеточки, которые принимают внутрь курсами тоже с целью укрепления сосудистых стенок, да, например, при кровоточивости десен, да, или каких-то других проблемах. Вот. Соответственно, то есть капилляры протектора, да, это что, с чего я начала говорить, то, что антикуперозный гель, вот, например, я, ну, не страдаю куперозом выраженным каким-то или розация, но антикуперозный гель я использую как средство СОС, когда кровоснабжение нарушается вследствие там каких-то внешних причин. Вот, и можно таким образом оживить быстренько цвет лица. Вот, и отправиться, как говорится, по рабочим делам уже свеженькой. Кроме тех групп, которые я перечислила, да, еще есть так называемые интенсивные увлажнители. То есть есть просто увлажнители поверхностные, которые работают за счет создания микропленки на поверхности кожи. Пускай даже дышащие, да, есть, конечно, которые создают недышащую пленку, чаще всего они используются при атопических каких-то проблемах, то есть это парафиновые производные, вазелин, ну, то есть то, что на лицо нежелательно вообще наносить. К сожалению, многие медикаментозные препараты, они, как говорится, одно лечит, другое калечит, именно за счет того, что может быть прекрасный активный ингредиент, например, та же самая азелаиновая кислота при проблемной коже, которая применяется при розации, при акне. А сама база крема, да, она может быть на каком-то самом дешевом парафине, и поэтому или вазелине. И вот эта вот основа, как говорится, она забивает поры, провоцирует воспаление, и азелаиновая кислота, она своего эффекта не может оказать, потому что она не справляется, как говорится, вот с этой проблемой. Вот, поэтому очень важно еще и в чем активный ингредиент находится. Так вот, я имею в виду интенсивные увлажнители, которые способны увлажнять по принципу, как правило, заместительной терапии глубоко, да, это ультра- и низкомолекулярные формы гиалуроновой кислоты и те компоненты, которые, собственно, работают за счет пленки, но дышащей пленки. То есть это хитозан, это фукагель, он еще и пребиотик к тому же, да, это глицерин, которого некоторые почему-то боятся, начитавшись всяких мифов в желтой прессе. Вот, глицерина бояться не надо, это один из самых эффективных увлажнителей, который еще и улучшает биодоступность активных компонентов. Просто надо понимать, сколько вы там, никто же не мажет на лицо, ну, 100% глицерин, да, из аптеки пузырек. Вот. Глицерин в косметические средства, которые применяются, как говорится, на территории Европы, да, и России, собственно, она тоже в этой же климатической зоне находится. Вот. И эти средства содержат, ну, как правило, там 3-4% глицерина, не более. И, соответственно, они не могут вытянуть влагу из кожи. Да? Если, конечно, вы возьмете какой-нибудь там крем или гель с, допустим, 30-50%, 70% глицерином, предназначенный для азиатского рынка, там какого-нибудь в Таиланде, да, купили, то возможно, что в Москве или в Питере он действительно будет некомфортен на коже, да, он будет как-то подсушивать ее. Вот, то хотя я читала очень много исследований на эту тему, потому что мне регулярно приходится развенчивать мифы, отвечая на вопросы. И на самом деле в той же самой базе PubMed есть очень много на эту тему статей, и даже есть рандомизированные исследования, которые свидетельствуют о том, что даже глицерин в 50% концентрации не вытягивает влагу из кожи. Да? Но, естественно, никто в крем 50% глицерина не кладет. Вот, поэтому увлажнители нам нужны, потому что интенсивное увлажнение, оно, собственно, необходимо уже, как говорится, лет с 30 в рутинном уходе, и даже, может быть, и раньше, потому что я всегда говорю о том, что если бы мы жили в каких-то идеальных условиях, да, то есть мы бы жили там в лесу, в избушке, под дождичком гуляли, орошали свое лицо-то, там, я не знаю, росой умывались, то у нас бы, наверное, вплоть до климакса своя гиалуроновая кислота вырабатывалась бы в достаточном количестве. К сожалению, мы все подвержены агрессии внешней среды, это отопительная система, это система кондиционирования воздуха, печки в машинах те же самые, это какие-то климатические воздействия, жара, например, или перепады резких температур, жара, холод. То есть и это все
очень сильно обезвоживает кожу. Соответственно, если кожа обезвожена, она хуже регенерирует и хуже образуются, синтезируются там правильные церамиды, например, роговые условия эпидермиса. Да? То есть у нас нарушается гидролипидный барьер. Нарушается он, нарушается сладкая жизнь нашей микробиоты. Да? Микробиота страдает, начинают патогенные всякие микробы разгуливаться. Поэтому нам нужно, конечно, поддерживать уровень увлажненности кожи. И для этого как раз вот существуют и барьерные всякие средства, и те средства, которые способны преодолеть эпидермальный барьер, как, например, ультрамолекулярная гиалуроновая кислота, которая величиной всего лишь там, от 5 до 20 килодальтон, и которая вот в Гельтеке, в частности, есть в сыворотках 3D-увлажнения и интенсив омоложения. Вот. И следующим пунктом после увлажнителя я поставила декоративные эффекты. Вот. Силиконы, да. Вот, они действительно не страшные. Есть силиконы не летучие, они больше как бы склонны к тому, что могут забить поры, да. Есть летучие, которые, в общем-то, употребляются в косметике для того, чтобы придать бархатистую текстуру, для того, чтобы именно такие текстуры образователя. Вот, чтобы, допустим, тональное средство лучше ложилось, в праймерах всегда они есть. Каких-то сыворотках. То есть, и, в общем-то, если нам нужно восстановить быстро или замаскировать что-то, восстановить барьер, да, гидролипидный, чтобы замаскировать что-то, например, какие-то компоненты растворить, ну, то есть, которые не переносят воду, да, быстро очень окисляются в воде, вот витамин С, да, например, наиболее эффективный вариант, ну, по длительности хранения, скажем так, не по воздействию на кожу, это безводные, например, какие-то средства, например, с витамином С. Особенно, если это какая-то кислая форма, которая, ну, то есть, которая сама по себе очень быстро окисляется. Вот, то есть есть определенный нюанс, поэтому силиконов бояться не надо. Вот, если есть склонность к забиванию пор и используется много видов силиконов в средстве каком-то, например, барьерном, защитном, праймер под мейкап, то просто надо его тщательно хорошо смывать. То есть силиконы смываются прекрасно обычными гелями, там, муссами очищающими, если там еще находятся какие-то тональные компоненты или там фильтры, ну, которые защищают от солнца, то тогда лучше всего использовать двухфазное умывание. Сначала гидрофильным маслом или молочком, то есть жиросодержащей какой-то умывалкой умыться, да, а потом дальше уже умыться гелем или пенкой. Вот. И я могу сказать, что очень часто такие вопросы задают, что например, какая-то люкс, там очень дорогая сыворотка, вот она на коже такая прямо шелковая. Ну, конечно же, ваши там быстро впитываются, профессиональные, непрофессиональные, да, вот, и, собственно, таких ощущений не дают. Вот, так я могу сказать одно, что эти средства, как правило, да, которые так любят многие именно люксовых брендов, если посмотреть там состав, там этих силиконов будет не один и не два, а очень даже много. И цель, в общем-то, масс-маркета, в том числе люксового, именно как раз приятный запах, текстура, тактильное ощущение, ну, красивая банка. Вот. Но вряд ли в масс-маркетовом средстве, да, каком-то средстве масс-маркет обычный там или люкс, будут рабочие концентрации компонентов, каких-то активных, да, как, например, в профкосметике. Не будет их по той простой причине, что еще одно требование к масс-маркету – это, ну, максимальная инертность, да, то есть как бы, чтобы не было очень много рекламации, что у кого-то аллергия или у кого-то там что-то покраснело или что-то высыпало. Вот, поэтому активные ингредиенты кладутся в маркетинговых концентрациях чаще всего. Вот, кроме того, очень большие деньги тратятся на рекламу и на упаковку, поэтому себестоимость самой продукции, к сожалению, очень низкая в средствах масс-маркет. И поэтому, конечно, проф гораздо выше. Ну, в общем, кто хоть раз, как говорится, попробовал перейти на профкосметику, он уже не возвращается к распиаренному масс-маркету.
как дешевому, так и дорогому. Вот, потому что эффекта как такового нет. Есть эффект, пока ты это нанес до первого смывания. Вот. Ну и как раз силиконы, они создают этот эффект. Вот. Когда мы применяем силиконы, чаще всего тогда, когда есть какое-то нарушение барьера, да, вследствие какого-то повреждения, и нужно, ну, самый такой простой пример, сделали пилинг, и, допустим, шелушится лицо, и нужно как-то его привести в порядок, чтобы не стягивала вот эта корка, не трескалась, то есть, или можно было нанести какое-то маскирующее средство и пойти на работу. Для этого как раз используются силиконовые препараты, которые, ну, фактически приклеивают чешуйки к коже роговые, да, или отшелушивающиеся, и создают такую визуальную гладкость кожи. Следующий вариант – это декоративных эффектах. Это светоотражающие частички. У нас, например, есть сыворотка. У меня она где-то стоит. Витаматрикс. Вот это вот Витаматрикс. И этот Витаматрикс содержит барон-нитрит. Это светоотражающие частички. Придает сияние коже. Но помимо их, конечно, здесь в этой кремовой сыворотке есть витамины. АЦЕ, да, то есть у нее такой достаточно богатый состав, но здесь есть и такая декоративная немножечко функция для тех, кто любит эффект голой сияющей кожи, да, то есть она не блестит, конечно, как хайлайтер, да, но он именно такую ухоженность придает за счет, в том числе, и светоотражающих частичек, помимо того, что он имеет еще и накопительный эффект по своим ингредиентам. То есть такая вот хитрость некая. Светоотражающие частички часто встречаются в каких-то тональных средствах. Ну, как бы вот, например, вот у меня тональное средство со светоотражающими частичками. Оно практически не дает тона, очень прозрачное, но дает такой тоже ухоженный вид. Вот, лифтинг-агенты, они тоже, ну, такие как Пулулан, например, или какие-то другие еще образователи такой, как бы скажем, микроскопической сеточки на лице, они подтягивают тоже, естественно, до, как правило, первого смывания, но опять-таки в профи есть еще дополнительные ингредиенты, как, например, в актив лифтинг, там кофеин тот же самый, да, какие-то еще компоненты, которые дают накопительный эффект, улучшают еще и, ну, то есть дренажным действием обладают. А в каких-то средствах есть просто лифтинг-эффект, да, который вот вы с утра намазались, вот у меня где-то тут был Сыздермовский, испанский тоже гель с Тмая. Вот, тоже пока с утра нанес, вроде как бы подтянуло, да, смыл, эффект пропал. То есть вот такие вот декоративные вещи. То есть суммируем, да, кислоты, ретинол, пептиды, антиоксиданты, это четыре черепахи, на которой стоит мир возрастной женщины. Вот. И вспомогательными свойствами обладают еще ниацинамид, восстановитель гидролипидного барьера и микробиома, капилляропротекторы, декоративные какие-то элементы и интенсивные увлажнители. Как правильно сочетать? Следующий, да, вопрос такой. Как правильно сочетать эти все ингредиенты? Чтобы сочетать грамотно, конечно, в идеале, чтобы подобрал косметолог уход, да, особенно если профессиональные какие-то средства подбираются, потому что очень легко ошибиться, очень легко, допустим, что-то не в том порядке нанести, например, то, что разлагается под дневным светом, нанести утром, или наоборот, допустим, то, что является фототоксичным, какие-то компоненты, да, которые усиливают восприимчивость кожи к ультрафиолету, нанести утром, или там, например, на ночь нанести какие-то средства, которые с утра могут вызвать отечность при склонности к ней, да, вот эти вот моменты, конечно, нивелируются, если подбирает уход специалист, то есть вы подбираете своему клиенту. Вот, но учитывая то, что данный вебинар у нас, соответственно, рассчитан не только на специалистов, я буду рассказывать все как есть, да, как мы, собственно, подбираем уход, по какому принципу. Важно очень, ну, как бы не всегда, но зачастую важно знать диапазон pH, при котором оптимально существуют те или иные ингредиенты. То есть, например, для тех же самых пептидов, большинства из них, и ниацинамида оптимальный pH выше 4, но желательно ниже 7. Поэтому, если мы нанесем, например, кислотный тоник или кислотную сыворотку с ахокислотами, с pH, например, 3,5, и после этого нанесем сразу же, например, сыворотку Миорелакс
Вот у меня она тут тоже есть. Вот. С миорелаксантом, с пептидом, с аргирелином. Вот. То, к сожалению, мы можем все это действие миорелаксантное просто нивелировать тем, что будет воздействовать кислота. Если мы поверх нанесем, да, ну, аргирелин сам по себе еще не такой прям неустойчивый, да, то есть, в принципе, он достаточно такой сильный актив. А есть, например, такой миорелаксант, как Синейк, который вообще очень критично и капризно относится к pH, поэтому если там, допустим, будет даже там 3,8 pH, там почти 4, и мы нанесем, например, такое средство поверх сыворотки с Синейком, вот, то, к сожалению, Синейк работать не будет. Что еще важно, например, поэтому желательно, конечно, вот такие моменты тоже учитывать. Ну, как правило, это относится всегда чаще всего к пептидам, да, то есть как бы, ну и, соответственно, если вы используете какое-то кислое средство и нужно за счет кислоты, как говорится, это действие получить. Ну, например, пектиновый гель у нас имеет pH от 3,5 до 4 и очень хорошо воздействует на проблемную кожу за счет подкисления среды на коже. Если мы нанесем, например, пектиновый гель вечером, а поверх него нанесем какое-то средство с щелочным pH, да, то мы вот это действие пектинового геля тоже нивелируем за счет нанесения какого-то средства или щелочного, или там pH-нейтрального. Поэтому, например, пектиновый гель чаще всего наносится на ночь, в конце, да, и поверх него ничего уже не используется. Ну, за исключением, может быть, вот зоны вокруг глаз, на которую наносится, например, средство, конкретно предназначенное для этой зоны. А пектиновый гель, например, на эту зону не наносится. Значит, доза зависимости, следующий пункт. То есть краткий или длительный курс. Ну, я могу сразу сказать, честно говоря, что если уже, как говорится, возраст перевалил за 40, то рутина, она достаточно постоянная. То есть здесь не будет никаких кратких курсов. Мы будем использовать ретинол практически постоянно, либо там прерываясь только на летний сезон. Сразу могу сказать про вот эти вот вопросы о летних сезонах и вообще о сезонности. Это все очень условно, потому что кто-то живет в средней полосе, где, допустим, ярко выраженная сезонность, летом жарко, зимой холодно, а кто-то живет в Калифорнии или в Израиле, да, или где-то там в Африке, ближе к экватору. И, собственно, в Средней Азии то же самое. Там, где нет такого выраженной разницы, да, по индексу инсоляции, ультрафиолетовому индексу между там зимой и летом, к примеру. Поэтому, естественно, там используются и пилинги, и ретинол, и в общем, все, что только угодно, вся тяжелая артиллерия антиэйдж, но при этом пациенты просто защищают себя очень тщательно, и культура защиты от ультрафиолета там значительно лучше развита, чем у нас. То есть защита имеется в виду, я еще повторюсь неоднократно про это в течение вебинара, но скажу, это не только полные санблоки, то есть от 50 и выше, да, когда 50+, используется SPF, вне зависимости, пасмурно или не пасмурно, ориентируется на UV-индекс, он в прогнозе погоды всегда указывается, и если он выше 3, условно говоря, уже нужно обязательно использовать SPF. Так вот, если используются какие-то средства, нарушающие роговой слой кожи, или обладающий каким-то фототоксичным действием, то вне зависимости от индекса ультрафиолетового нужно использовать SPF не ниже 30, а, в общем-то, лучше выше 50. Поэтому, как после пилинга, например, любого. То есть, если мы используем отбеливающие ингредиенты, там, коевая кислота, арбутин и так далее, мы, если мы используем тот же самый ретинол в активной форме, или мы лечим прыщи адапаленом, синтетическим ретинолом, или какие-то еще фототоксичные компоненты используем, то нам нужна полная защита от солнца. Вот. Помимо SPF, это механическая защита, то есть это шляпа с полями,
там всякие бейсболки, не знаю. Вот, и темные очки. Потому что, если вы обратите внимание, как, собственно, одеваются чаще всего женщины, живущие изначально в жарких странах, ну, как бы оставим религиозные, да, какие-то там формы одежды, а именно светский, да, вариант. То есть это всегда будет панама или шляпа с большими полями, это будут огромные такие очки, да, как та интенсивная инсоляция. Поэтому здесь как раз нет запрета полного на использование таких вот условно фототоксичных компонентов летом. Надо просто правильно защищать кожу. Вот. Поэтому устойчивость к ультрафиолетовым лучам и фототоксичность – это тоже такой очень важный пункт. Следующий пункт – это прогнозируемые побочные эффекты. Значит, какие могут быть, ну, примеры, да, прогнозируемых побочных эффектов? То есть ретинол, например, да, самый такой побочный, побочный эффективный компонент. Имеется в виду, опять-таки, активные формы, да, его, которые проникают глубоко и воздействуют на рецепторы, чувствительные к ретинолу. Такой ретинол вызывает раздражение, сухость кожи, может покраснение вызвать, повышение чувствительности кожи, и это нормально, как бы это жестко не звучало, да? Вот. И даже люди, которые, ну, уже, так сказать, продвинутые пользователи активного ретинола, они даже таким образом понимают, работает препарат или не работает. То есть, если начали использовать средства с активным ретинолом, а на коже не происходит вообще ничего, то, соответственно, значит, там либо ретинола мало, либо ретинол неправильный, либо его там маркетинговая концентрация, да, или там, допустим, какая-то форма неактивная такая, которая просто эфир, допустим, который пока там он превратится в ретиновую кислоту, там уже от него ничего не останется. Так вот, соответственно, эти побочные эффекты можно уменьшить и практически нивелировать, как за счет самих форм, например, инкапсулированный ретинол. Да, неправильный пчел, нет, неправильный мед, правильно, Наталья. Вот. Соответственно, либо за счет, допустим, инкапсуляции того же ретинола, да, в липосомы, в фосфолипидные комплексы, то есть тоже меньше будет побочек, да, но будет эффективнее воздействие. А вот в нашем ретидерме как раз такая используется форма ретинола, одна из, там две формы. Вот. Либо использование дополнительных увлажнителей, смягчающих средств, содержащих какие-то восстановители гидролипидного барьера, те же самые силиконы, содержащие сыворотки, например, днем использовать. То есть это все помогает пережить эти побочные эффекты, пока кожа привыкает к такому довольно-таки агрессивному компоненту. Вот. То же самое может относиться к кислотам, но в меньшей степени. Ниацин, наш известный и многими любимый антикуперозный гель, который содержит никотиновую кислоту в чистом виде, но в очень маленькой концентрации, то есть такой в подпороговой концентрации, чтобы воздействовать на сосуды в таком безопасном режиме, да, чтобы они не, как говорится, не нарушалась целостность стенки сосудов, а укреплялась. И за счет вот этих вот движений, да, улучшалась реология крови, соответственно, трофика тканей, да, чтобы у нас оживлялся цвет лица, например. Или пропадал варикоз, или купероз. Вот. Но некоторые люди реагируют на ниацин, ну, обладая повышенной некоторой чувствительностью к никотиновой кислоте, как на большую концентрацию. То есть на эту маленькую реагируют как на большую. То есть вспыхивает лицо, да, или локальные какие-то покраснения, или прямо просто красненькое. Ну, где-то это проходит, как правило, за там, от получаса до 2-3 часов. У некоторых чуть дольше держится. И, собственно, это тоже прогнозируемый побочный эффект ниацина. Вот. И тут здесь два варианта. Да? Во-первых, нужно дифференцировать от аллергии, потому что, может быть, вообще не на ниацин, а какой-то на еще активный компонент, просто аллергия. Тогда, как правило, вот эти высыпания, они могут зудеть, они могут напоминать крапивницу, да, то есть это не просто вот лицо покраснело, вспыхнуло, как будто вам сделали инъекцию внутривенную никотиновой кислоты, а именно
похоже на дерматит, да, то есть на аллергический, тогда уже принимаются антигистамины, препарат меняется и так далее. Вот. А если же идет вспыхивание или там несколько пятнышек, они там за полчаса проходят, то это может быть реакция на ниацин. Как правило, этот препарат, естественно, нужно пробовать, то есть покупать сразу в маленьком объеме, а потом уже только переходить на большой. Вот. И первые несколько применений применять на ночь вечером, смотреть, как оно, соответственно, к утру будет. Даже если есть реакция, то есть такая статистика, достаточно у нас уже большая за время применения этого препарата, ну, использования его многими людьми, что у многих, у кого даже была реакция небольшая на ниацин в начале, при применении там 2-3 недели, она постепенно уходит, то есть кожа тоже, сосуды привыкают, да, и, соответственно, не реагируют так. А эффект остается, соответственно, светлеют сосудистые звездочки, естественно, они полностью, например, пропасть не могут, их можно только там, лазером или сургитроном удалить, но не появляются новые телеангиектазии, точно так же цвет лица улучшается и так далее. Там еще в антикуперозном геле еще много всяких интересных компонентов. Дмай для лифтинга и там, собственно, другие капилляр-протекторы, помимо ниацина, то есть тот же самый троксирутин, конский каштан, листья красной винограда, но собственно, сам вот этот эффект вспыхивания, он как раз бывает на никотиновую кислоту. На витамин С могут быть тоже реакции, особенно если большая концентрация, особенно если кислая форма. Сразу могу сказать, что кислая форма или аскорбик эсид, препараты с этой формой, они, как правило, очень мало хранятся. То есть, если срок хранения у кислой формы у вас написан там 24 месяца, значит, нет там кислой формы. Она, ну, максимум там 3 месяца живет, потом уже окисляется и желтеет, и уже вместо противорадикального действия, как говорится, будет оказывать прооксидантное действие. То есть будет, наоборот, создавать эти свободные радикалы. Поэтому, как правило, витамин С или инкапсулируется отдельно, смешивается непосредственно перед нанесением кислой формы, я имею в виду, нестабильная. Вот. Либо это какая-то там безводная основа, да, или это может быть водная основа, потому что, как говорится, он хорошо достаточно растворяется, живет в водной среде, но она мало хранится, то есть она не должна храниться, допустим, более 3 месяца после открытия. То есть есть свои нюансы. Вот, и вот эта кислая форма, она, как правило, эффективнее всего работает, если pH средства тоже кислый, то есть где-то там между 3-4, и она может тоже вызывать пощипывание, она может вызывать такой как бы повышение чувствительности кожи, может давать покраснение, и это тоже, в принципе, прогнозируемо, особенно если большая концентрация. То есть это уже нужно по чувствительности судить по своей. Да? Кто-то вообще не переносит кислую форму, он не может ее применять. Кому-то очень хорошо, она оживляет цвет лица, придает сияние и так далее. Вот. Но более универсально, конечно, витамин С в формах стабильных, то есть те, которые не требуют кислого pH, да, и, собственно, которые не окисляются так быстро и могут храниться 12 месяцев, там и даже больше. В темном, естественно, прохладном месте. То есть они не на подоконнике и не в ванной. Значит, следующий пункт – это синергия и антагонизм. То есть это когда компоненты дополняют друг друга, либо когда они взаимоисключают действие свое. То, что я вначале говорила, да, если мы на пептид миорелаксант, особенно если это синейк, нанесем какую-то кислую сыворотку или, допустим, какой-то крем с ахокислотами, с низким pH, то мы нивелируем действие этих пептидов и, собственно, никакого эффекта расслабления мимической мускулатуры мы не получим. Также есть ингредиенты, например, которые, ну, не очень хорошо сочетаются друг с другом. Да? То же самое, опять-таки, те же самые есть пептиды меди такие, да, которые не очень хорошо наносить с, например, с витамином С в кислой форме. Да? Есть, допустим, рекомендации, что не стоит наносить одновременно, например, никотиновую кислоту и витамин С, например, в той же самой в кислой форме, или ниацинамид и витамин С. Но если вы, например, нанесете тот же самый витамин С, а ниацинамид нанесете через несколько часов, да, или там вечером, то уже все будет хорошо. Вот, то есть, чтобы они вместе не дружат они. Вот. Вместе их не нужно наносить.
Соответственно, мы желательно нам, да, подбирая косметику, знать, какие ингредиенты дополняют друг друга, да, а какие лучше друг за дружкой не наносить. Вот. Ну, естественно, увлажнители, восстановители, то есть репаранты, они, как правило, дополняют друг друга. Очень хорошо дополняют друг друга пептиды, да, то есть чем больше пептидов в одном средстве, или, допустим, можно подряд несколько сывороток пептидных нанести, и будет эффект лучше, да, чем если одна с одним пептидом, например. Вот. Кроме того, например, если мы наносим какие-то компоненты сосудоукрепляющие, или, например, мы наносим, используем кислоты или ретинол, да, то очень хорошо одновременно, ну, по аналогии, как там пьем антибиотики, пьем пробиотики. Вот, очень хорошо одновременно с этим наносить сыворотки, которые содержат про- и пребиотические компоненты, то есть восстанавливают микробиом, потому что кислоты и ретинол, они разрушают немножечко, да, они работают за счет такой активной стимуляции, да, не пассивной, то есть, и, соответственно, микрофлора тоже может немножечко страдать. Вот, но при этом мы ее спокойненько восполняем, да, используя, например, ту же самую сыворотку ProBioSkin. То есть вот такие тоже моменты. Допустим, если у нас вечером ретинол, то очень хорошо утром использовать ProBioSkin. Понятно, да, про синергию и антагонизм. То есть, чтобы они дружили друг с другом, да, и не мешали друг другу работать. Вот, есть такое, ну, это, наверное, может быть, я просто так написала правило получас, его нет нигде, даже ни в каких системах правил, да, но я так просто его обозвала. То есть, если мы какие-то активные средства используем и используем равноценные активы, да, то есть, допустим, мы хотим использовать сыворотку с глубоко проникающими видами гиалуроновой кислоты, и мы хотим использовать сыворотку с капилляропротекторами. Или мы используем противовоспалительную сыворотку, например, стоп-акне с азелаиновой кислотой, и дальше мы хотим восстановить гидролипидный барьер, убрать сухость, немножечко, как говорится, улучшить жизнь микрофлоры, использовать сыворотку с пребиотиками, то тогда мы наносим эти активные средства через полчаса. Вот. Есть некоторые исключения, да, то есть если мы используем активный ретинол, он используется только вечером, то при необходимости нанести какой-то крем питательный, например, или смягчающий какое-то средство, если этот ретинол, ну, очень сильно сушит кожу, здесь уже лучше наносить через час, но это только к ретинолу относится. Все остальное 15-30 минут, и мы уже можем наносить следующее средство. То же самое я бы порекомендовала для средств SPF, потому что очень часто спрашивают, как наносить под, там, сверху, особенно с тональными, когда средствами это все сочетается. Вот. Могу сказать, что не суммируются, конечно, данные уровня SPF, например, если у вас в тональнике 30, а в мультипротекторе, который вы нанесли, 50, там не будет, конечно, 80. Вот. Более того, наоборот, средство, которое с меньшим SPF или которое вообще не содержит, оно, если сразу нанести, разбавит ультрафиолетовые фильтры, они могут не успеть там внедриться или еще как-то, и будет маленький, меньше будет SPF, чем вы думали. Вот, поэтому я всегда рекомендую наносить SPF, допустим, с сильным фактором, который не выполняет декоративную функцию, если вы сверху еще что-то собираетесь наносить. Вот, то есть наносить его, соответственно, за полчаса до следующего какого-то средства. И за это время у вас уже химические фильтры все сработают, они уже внедрятся в роговой слой эпидермиса, и там, соответственно, уже, как говорится, расположаться в таком состоянии, чтобы ультрафиолетовые лучи переводить в тепловую энергию, да, чем они, собственно, занимаются на коже. Вот. Физические фильтры тоже распределятся, впитаются, насколько это возможно, да, зависит от их размера. И дальше, если вы нанесете, например, тональное средство, вы уже не потеряете практически ничего из SPF-уровня, который вы нанесли до того. Если же нужно нанести какую-то активную сыворотку, как правильно, гелевые, более жидкие или легкая эмульсия, текстура себя представляет, то их наносят до того, как наносятся средства с SPF.
Вот. То есть, если вы какие-то активные средства, сначала активные кладете, потом SPF основной, да, потом какой-то декоративный, косметика, то есть это должно занять какое-то определенное время. То есть после активной сыворотки SPF можно нанести там через 10-15 минут. После SPF основного, да, можно нанести декоративное средство через полчаса, да, ну и, соответственно, вот тогда вы ничего не потеряете. Вот. Есть еще одно, ну, я тоже его обозвала правило. Вот. Можно смыть через пару часов. То есть есть средства, которые воздействуют на кожу, ну, немножечко агрессивно, да. Я не имею в виду сейчас ретинол, который должен достаточно длительно находиться на коже, чтобы воздействие свое оказать, а, например, те же самые кислоты, которые мы можем использовать, например, средства для домашнего ухода с кислотами, для того, чтобы быстрее отшелушиться, например, во время использования ретинола. Да, в начале использования, ну, как правило, у 80% людей возникает хоть локальное, но где-то хоть какое-то шелушение. Так вот, для этого можно использовать какие-то средства с очень маленьким процентом ахокислот, либо в виде масок, как энзимная пектиновая маска, либо в виде уходовых средств. Так вот, если действительно кожа раздражается этими средствами, или, допустим, вы используете какое-то средство, не совсем подходящее по текстуре к вашему типу кожи, то есть питательный какой-то крем, ну вот прям хочется, вот, но нанесите его на пару часов и смойте потом, тогда он и поры не забьет и так далее. Также кислоты. Соответственно, можно тоже убрать перед тем, как ложиться спать, да, пару часов они уже подействовали, и этого вполне будет достаточно. То есть их не обязательно оставлять, например, на всю ночь. Вот. И последнее правило правильного сочетания ингредиентов – это не переборщить с активами. То есть если мы хотим прям все подряд на себя нанести, не всегда это хорошо. К сожалению, ну, некоторые ингредиенты не дружат по pH, не дружат по, собственно, своему составу, да, и об этом мы уже поговорили. Вот, но слишком много всего одномоментно наносить тоже не надо. Во-первых, у каждого средства есть своя формула, и эта формула, особенно в профессиональных средствах, разрабатывается с учетом того, что эти ингредиенты должны, ну, проникнуть, как правило, да, если они не барьерные, как можно глубже, да, и там повоздействовать. Вот, и, соответственно, если мы будем все подряд, как говорится, наносить, особенно не соблюдая последовательность, что более маленькие молекулы, более активные ингредиенты в начале, там более какие-то жиросодержащие, более плотные текстуры потом, мы получим такой вариант, что, допустим, мы нанесли какой-то пленкообразующий барьерный гель, да, и потом сверху нанесли сыворотку, например, с активной гиалуроновой кислотой. Она, конечно, никуда не сможет пролезть, у нее нет ног и рук, чтобы туда пролезть. Вот, она просто останется на поверхности этой пленки. То есть поэтому, как правило, не переборщить с активами, это означает, что в одно нанесение желательно, чтобы это было одно активное средство, а все остальное уже это смягчение, увлажнение, защита. Вот. И, соответственно, если так делать, да, то не будет проблемы с тем, что эти ингредиенты друг другу мешают воздействовать на кожу. Вот. Про сезонность, да, про сезонность. Ну, естественно, повреждающие процедуры делаются либо в осенне-зимний период, либо, как я уже упоминала, в каких-то регионах, где нету зимы, нет зимы, то под максимально возможный санблок плюс механическая защита. Вот, процедуры эти все повреждающие проводятся, соответственно, во второй половине дня, то есть вечером. Вот, и, собственно, таким образом кожа тоже не страдает, потому что на поврежденную кожу наносить санблок – это тоже не очень хорошая идея. Даже чистки лучше всего назначать на вторую половину дня, то есть там после 4-5 вечера, для того, чтобы не наносить санблок. Соответственно, есть некоторые кислоты, такие как, например, миндальные, молочные и фируловые, которые считаются всесезонными. Они не обладают ярко выраженной фототоксичностью, но, собственно, повысить чувствительность кожи и спровоцировать пигментацию может само повреждение кожи. Поэтому здесь зависит не столько от кислоты, сколько от глубины проникновения пилинга, а это напрямую зависит от pH, например. Вот. Ну и, собственно, от кислоты тоже в некотором роде, потому что миндальная, например, кислота, у нее крупная молекула, она больше на поверхности работает.
работает, да, гликолевая кислота у него маленькая молекула, она глубоко проникает, поэтому средства с гликолевой кислотой, например, нежелательно применять, когда вы подставляете лицо солнцу. Да. Вот такие вот нюансы. По поводу времени суток, да, ну и, соответственно, сезонностью обладают тоже такой условный средства с ретинолом и кислотами, да, то, что мы уже обсудили про Калифорнию и так далее. Вот, значит, время суток, опять-таки, есть средства, которые можно применять только вечером, да, то есть это, например, тот же самый ретинол, это кислая форма витамина С, это кислоты, АХ-кислоты, там, ну, частично и БХ-кислоты, там, салициловая кислота, которые используются в средствах для домашнего ухода регулярного, и отбеливающие компоненты, которые содержат, как правило, коевую кислоту и арбутин, ну, и другие какие-то, может быть, вспомогательные ингредиенты. Вот, это вечерняя рутина, да. А утром мы кожу увлажняем, используем капилляропротекторы, используем антиоксиданты, кроме кислоты, в форме витамина С, используем пептиды, опять-таки, да, ну их можно, конечно, все, что можно утром, можно и вечером, а вот то, что можно только вечером, нельзя утром, вот этот момент главное себя уснить, вот, и, соответственно, всякие декоративные компоненты, как то силиконы, светоотражайки, лифтинговые, всякие ингредиенты, это все используется, как правило, в первой половине дня, потому что ночью оно нам не надо. Вот так же, как и средства с SPF, да, они нам тоже ночью не нужны. Реконструкторы гидролипидной пленки, соответственно, гидролипидного барьера тоже можно использовать и утром, и вечером. Можно наносить после каких-то агрессивных компонентов вечером, но вот в случае ретинола через час, не раньше. Собственно, вот такая последовательность, когда использовать. Соответственно, по активности препаратов, да, понятно, что самый такой, ну, наименее активный вариант это будет тоник, ну, кроме, может быть, кислотных, которые сами по себе, да, если они содержат особенно достаточно большой процент, ну, для тоника 4-5% это уже такой, ну, серьезный процент кислоты. Это не пилинг, но уже кислотосодержащий тоник, например, как наш АХ-тоник. Вот. Собственно, очень хорошо, конечно, кислоты воздействуют на кожу, придают ей сияние, если не переборщить, опять-таки, не использовать ее постоянно. Вот. Но в целом тоник, правильный тоник, это всегда вода с какими-то, ну, незначительными активами, которые, собственно, ну, суть тоника в том, чтобы pH восстановить и дочистить кожу от остатков всяких балластных веществ, которые в водопроводной воде, чащих там каких-то павов на коже оставшихся. Вот. А, собственно, там АХ-кислотный или там с БХ-кислотами тоник, у них еще дополнительно кератолитическая отшелушивающая функция может быть, либо увлажняющая, да, если там молочная кислота, например, только содержится. Вот. Но тоник, он как бы наименее активный. Он используется сразу после умывания. Вот умываемся мы там гелем, муссом или там двухэтапно используем сначала жиросодержащим очищающим средством, потом уже обычным. Вот. Есть некоторые жиросодержащие средства, например, гидрофильные масла, которые не содержат минеральных масел в составе, не оставляют вот этой пленки жирной, да, можно вообще не использовать. Даже гель сразу тоником протереть, и кожа очищена. То есть такие тоже варианты есть. Мицеллярная вода тоже, которую просто мы смываем водой и, допустим, протираем дальше тоником. Либо можем смыть ее тоником, то есть сначала мицелляркой протереться. Ну, вот наподобие наш лосьон, очищающий мицеллярный лосьон. Протерлись им, протерлись тоником и обновили SPF, например. Когда нет возможности умыться с водой. Вот. Дальше идет у нас активный, красным я их выделила, активные средства. Это, как правило, они называются сыворотки, эссенции, концентраты. Ну, эссенции это больше из азиатских пришло, как говорится, регионов, вот этот термин. Вот. Но это все, что имеет, как правило, легкую текстуру и максимум концентрации активов. Или какой-то один актив, но в максимальной его концентрации, потому что не всегда много-много активов дружат между собой. Я поэтому не очень доверчиво иной раз отношусь к корейским всяким средствам, потому что там огромные-огромные списки. На самом деле, ну, во-первых, опустим то, что многие корейские средства, имеющиеся на рынке, это вообще не пойми чего производящиеся в Китае, да, и просто юридическое лицо сидит в Корее, и, собственно, эти средства попадают к нам на рынок. Вот. Но когда я вижу в составе, да, там вода, глицерин и куча-куча-куча экстрактов, там 50 штук, да, я понимаю, что там вода, да, есть глицерин, и может быть, его там по текстуре можно определить. Не 4%, как в европейских средствах и в наших, да,
а все 30 и 50, и вот эти вот экстракты в каких-то там сотых долях процента. Поэтому, как говорится, надо немножко с такой определенной долей скепсиса к этим огромным составам относиться. Я считаю вообще, что если чем лаконичнее состав, тем эффективнее будет препарат. Вот, значит, поэтому мы наносим после очищения и тоника сыворотку активную, да, по проблеме. И дальше мы можем нанести уже, собственно, сыворотка может быть и эмульсионной текстуры, да, то есть, например, ретинол, содержащие сыворотки, или сыворотки, которые содержат, ну, максимум жира каких-то липофильных компонентов, они могут иметь текстуру крема. Вот, и дальше уже мы утром наносим, например, крем защитный, можем нанести увлажняющий крем, если нам не нужен SPF. Вечером мы можем нанести питательный крем, если сухая, нормальная кожа. Если кожа жирная, например, достаточно гелевых текстур, и, например, кремовый или крем-сыворотку, например, для век нанести только на область вокруг глаз, где кожа, как правило, даже у жирнокожих и комбинированных товарищей суховатая. Ну, с возрастом я имею в виду, конечно, мы сейчас о возрастных людях общаемся, да, рассуждаем. Вот, поэтому эта зона, да, требует дополнительного, как говорится, питания, даже если сама кожа жирная или комбинированная. Вот, и отдельно я выделила пункт, это домашние какие-то пилинги и маски. Ну, честно говоря, безопасно использовать дома, то есть вы можете клиенту назначить, он будет делать сам, наверное, только энзимные всякие пилинги, да, потому что с кислотными пилингами они всегда могут накосячить, если можно так сказать, вот, или передержать, или нанести больше, чем надо, или нанести больше слоев, чем надо, ну, то есть их обычно нужно контролировать. А, например, энзимная пектиновая маска – это такое универсальное средство, которое даже подросток сам может использовать, ну, вот, для регулярного отшелушивания. И дальше у нас следуют, как правило, маски гелевые, кремовые, тканевые, там всякие разные. Кто-то умудряется сам себе альгинаты наносить, в принципе, приноровиться можно. Вот. И, собственно, вот это вот уже считается интенсивным уходом, таким эпизодическим. А первые три, как говорится, пункта, да, 3-4 пункта, это у нас рутинный уход ежедневный, регулярный. Значит, пару слов. Ну, мы уже много-много чего поговорили, да, ну, на всякий случай я так уже более подробно в презентации это все описала, это все вам придет, как говорится, на e-mail. Вот, какие бывают вообще, да, начнем с кислот. Да, кислоты, АХ-кислоты. Соответственно, самые распространенные – это гликолевая, это молочная, это яблочная, это винная, это пивоноградная кислота, да, то есть как бы эти, ну, миндальные тоже относятся к АХ-кислотам. Вот. И эти, соответственно, кислоты, да, они обладают, естественно, в разной степени кератолитическим действием, какие-то обладают хорошим увлажняющим действием, как, например, та же самая молочная кислота, ну, винная кислота тоже, например, достаточно хорошим увлажняющим действием обладает. Вот. И эффект зависит чаще всего от сочетания и концентрации, и pH средства. Да? То есть если pH низкий, кислоты много, да, или кислоты немного, но pH низкий, это будет все равно пилинг. Если кислоты немного и pH выше там, 3,5-4, да, или выше 4, от 4 до 7, да, грубо говоря, слабокислый или нейтральный диапазон, то есть буферные варианты, да, когда сама кислотность кислоты нейтрализуется, допустим, каким-то небольшим количеством щелочного компонента, вот, то здесь уже более мягкое воздействие, такие кислоты могут применяться в средствах для ежедневного домашнего ухода. Миндальная кислота, она, ну, такая немножечко особнячком стоит. Это оксикислота, жирорастворимая, то есть липофильная. Вот, и она работает, ну, в основном на уровне рогового слоя эпидермиса. То есть, и она не проникает глубоко, она достаточно крупная. Она не является фототоксичной и поэтому может применяться, например, круглый год. Еще важна сама текстура. Например, пилинги зачастую, да, они спиртовые. То есть, спирт еще больше протаскивает, как говорится, кислоты глубже, разрушает, обезжиривает эпидермальный барьер, да, то есть обладает повреждающим действием. А есть гелевые пилинги, например, то есть когда кислоты находятся в коллоидной системе. Соответственно,
В таком варианте этот пилинг, он будет действовать более мягко, более медленно кислоты будут воздействовать на кожу, да, проникать. И, собственно, как правило, гелевые пилинги держат дольше, да, спиртовые там буквально несколько минут, иной раз достаточно. Вот, спиртовые наносятся в нескольких слоев, в несколько слоев, как говорится, достаточно быстро тоже. А гелевые пилинги, как правило, пенетрация способствует втиранию, гелевые пилинги втирают, и после того, как впитался полностью первый слой, да, можно нанести второй там, или третий при необходимости. Вот. Как правило, те кислоты, которые достаточно агрессивные, их нужно нейтрализовывать, то есть к пилингу, как правило, прилагается нейтрализатор. Да. Те кислоты, которые не такие агрессивные или находятся в какой-то такой полубуферной системе, да, плюс еще в какой-нибудь коллоидной системе, вот, которые не сильно повреждают глубоко эпидермис, да, их, как миндальные, например, пилинги, как правило, не нужно нейтрализовывать, их достаточно смыть большим количеством воды. Вот, это что касается АХ-кислот. БХ-кислоты – это бета-гидроксикислоты, самый такой распространенный представитель – это салициловая кислота, чаще всего она используется или локально, когда воспаление какие-то нужно ликвидировать или продезинфицировать, либо салициловая кислота в небольшом очень проценте находится вместе с другими кислотами и помогает растворить сальную пробку, например, она очень хорошо растворяет сальные пробки, вот, и потому что тропностью к жирам обладает. Соответственно, pH у нее не требуется кислый, да, то есть салициловой кислотой средства могут иметь нейтральный pH, работать на поверхности, не очень сильно сжигать кожу, да, но если будет большая концентрация, то сожжет. Или если она в спирте, например, растворена. Вот. Могу сказать, что разрешенная концентрация салициловой кислоты в уходовых средствах косметических не более 2%. То есть, как бы не может быть в косметическом средстве зарегистрировано официально как косметическое средство 20% салициловой кислоты. Вот есть еще одна разновидность производной салициловой кислоты. Это липогидроксикислота, так называемая ЛХА, да, она реже встречается, она немножко более агрессивная, как бы, хотя в некоторых формулах считается, что она не обладает какой-то сильной агрессивностью по сравнению с обычной салициловой кислотой. Вот, но тоже может применяться как раз для растворения комедонов и так далее. Существует еще полигидроксикислоты ПХА, да, которые, ну, самые известные лактобионовые глюкононактон. Они считаются менее агрессивными, чем АХ-кислоты. Честно говоря, лактобионовая кислота раньше, ну, применялась больше как хелатор или консервант. Вот в косметике ее не так давно стали применять. Ну, глюконолактон, может быть, чуть раньше. Собственно, тоже такие не слишком агрессивные, то есть можно использовать в пилингах, в каких-то, как правило, в комбинации с другими кислотами, вот, то есть не соло. И, собственно, вот эти ПХ-кислоты, ну, как бы пока еще не такой прям вот статистикой обладают по своей там суперэффективности, но то, что они не сильно раздражают кожу, это факт. Вот, есть еще фируловая кислота, это представитель карбоновых кислот, который, собственно, является мощнейшим антиоксидантом. И фируловая кислота, она очень часто в комбинации с витамином С, например, с витамином Е, в каких-то суперантиоксидантных составах, да, применяется. Вот, поэтому фируловая кислота может быть в пилинге, да, но она будет больше работать как антиоксидант, а не как кератолитик. То же самое, когда молочная кислота, например, встречается в пилинге, ее комбинируют с другими кислотами, и она больше работает на увлажнение, на лучшую переносимость этого пилинга, да, то есть как бы, а уже кислота, например, гликолевая в составе, она уже проникает глубоко и все сметает на своем пути. Существуют еще такие кислоты, как коевые и азелаиновые, да, это немножко другая
Область, да, то есть коевая кислота – это ингибитор тирозиназа, это отбеливающий компонент, который обладает еще и антиоксидантным действием небольшим. А злоиновая кислота – это золотой стандарт в лечении розации, акне, то есть это противовоспалительный компонент, который обладает и противомикробным, и антипигментным действием, тоже опять-таки за счет ингибирования тирозиназы. Соответственно, и коевая, и злоиновая кислота, скорее всего, не будет хорошо эффективно работать при лентиго, веснушках, да, при каких-то каких-то вот таких вот состояниях, пигментах, гиперпигментации, когда увеличивается количество самих клеток меланоцитов, да, а они хорошо работают, когда увеличивается гиперпродукция меланина меланоцитами, да, то есть когда так называемые меланотические гипермеланозы, то есть когда мелазма, например, когда вот, например, какие-то поствоспалительные пигментные пятна, постакне. Вот. Ну и основное действие, конечно же, азелаиновой кислоты – это устранение фолликулярного гиперкератоза, то есть основной причины возникновения акне, да, этиологической, то есть уменьшение себе продукции, уменьшение вот этого вот фолликулярного гиперкератоза, повышенного роговения эпидермиса, в том числе и внутри протоков сальных желез. Вот, сейчас я перелистну. Пептиды, да, не устали уже? Там, в принципе, мы рассчитывали до 4. Вот, постараюсь покомпактней. Спасибо, Лили. Вот, пептиды, да, пептиды. Ну, у меня где-то есть, лежит на Ютубе отдельный вебинар по пептидам. То есть можно, в принципе, его посмотреть. Там много-много этой информации я даю. Вот, но самое основное, что пептид – это последовательность каких-то аминокислот. Да, то есть их изначально синтезируют по аналогии с теми, которые есть, например, в организме. Да, и в соответствии с тем, сколько вот этих вот остаточков, да, аминокислотных будет, они называются там трипептид, дипептид, то есть два остатка. Три пептидка, пентапептид 5, да, и так далее. Вот. Да, вебинар будет выложен обязательно. Там сейчас у нас, конечно, проблемы небольшие вот с конвертацией. Не сразу, там на следующий день, может, там несколько дней конвертироваться, но будет на Ютубе, естественно, не волнуйтесь. Вот, и на почту вам ссылка придет обязательно. Значит, если же уже аминокислотных остатков большое количество, там несколько десятков, да, то есть, то это уже полноценный белок. Вот. Соответственно, какие используются чаще всего пептиды? Да, они разные бывают. Сейчас очень много исследований проводится на тему пептидных каких-то вот применений, да, и в медицине, и в косметологии. Вот. В основном используются пептиды мерилоксанта чаще всего. Да. Сейчас стали использоваться пептиды-регуляторы меланогенеза. Вот у нас в разработке есть отбеливающая сыворотка, там тоже такой хитрый пептид используется наряду с другими компонентами. Вот. Есть пептиды, которые обладают тоже там, антиоксидантным действием. Есть пептиды, которые работают с фибробластами. Вот, например, в нашем креме для век, да, там пептид Матриксил последнего поколения, Морфомикс, который стимулирует выработку фибробластами дермы, коллагена и эластина. Соответственно, есть пептиды, которые способствуют улучшению лимфотока. То есть, в принципе, они каждый имеет свою мишень. Вот. Соответственно, вот матрикины, да, там, допустим, они будут активизировать строительство новых белков структурных, тот же самый матриксил, да. Пептиды, которые защищают, например, от воздействия ультрафиолетовых лучей, они не являются санблоком, они усиливают собственную защиту, да, так же как антиоксиданты, да, то есть чтобы нам защититься от солнца, нам надо антиоксиданты внутрь, снаружи и сверху еще сам боком закрыто. И вот есть пептиды, которые таким действием обладают. Кроме того, ну самые известные, конечно, пептиды это миорелаксанты, которые воздействуют непосредственно, ну путем конкурентного так называемого ингибирования белков, да, то есть они мешают сформироваться всей цепочке, которая идет в мозг и вызывает сокращение мимической мышцы. Конечно же, они не попадают в мышцу, так глубоко не может проникнуть ни один активный ингредиент с поверхности кожи. Но они работают с рецепторами, которые находятся в эпидермисе. Да? И, соответственно, как ключ к замку, этот пептид подходит к нервно-мышечному окончанию, встает на место того пептида эндогенного, который должен был туда встать и дать сигнал дальше уже афферентная связь, да, чтобы мы там зажмурились или там нахмурились, или там брови подняли, и вот эти вот складки наши поперечные на лобной мышце у нас бы образовались. Вот, то есть, и они вот уменьшают вот эту вот спонтанную мимику, которую мы порой не можем сами контролировать.
Вот, к ним относится как раз аргирелин. Кстати, это тоже концентрационно-зависимые пептиды. То есть, если мы положим там 0,5% аргирелина, не будет работать это средство. Этим очень часто грешат всякие, опять-таки, масс-маркет-производители, которые кладут маркетинговую концентрацию активного компонента, имеющего дозозависимое воздействие, и при этом средство не работает. Да, оно работает, ну, за счет того, что там добавили кучу силиконов и разгладилась кожа, пока на нее их нанесли, да, потом смыли, и все прошло. Соответственно, пептидами релаксанты, у них накопительный эффект, то есть максимальный эффект после начала действия вот этих сывороток всех, которые содержат там тот же самый Синейк или Аргирелин или Левофасил, они начинают работать где-то в среднем через 2 недели. И изначально они были изобретены для того, чтобы пролонгировать эффект инъекционного ботулинического токсина. То есть, когда мы делаем инъекцию, а потом со второго-третьего месяца начинаем втирать в те места, где, как говорится, была произведена инъекция. Чаще всего это лоб, переносится там вокруг глаз. Я не беру там off-label методики всякие, которые блокируют, например, в нижней трети какие-то мышцы гипертоничные. Здесь как раз опыта большого применения пептидов миралоксантов нет. Могу сразу вам сказать, ни у кого нет. И, соответственно, конечно, это верхняя треть в основном. Так вот, с второго-третьего месяца можно втирать утром и вечером вот эти вот в эти зоны заблокированы сыворотки с аргирелином, например, и этот ботокс, так называемый, да, неважно, там, какой был препарат, там, Диспорт, простоит не полгода, а, например, 8 месяцев, 10 месяцев, год и так далее. Вот у кого, в зависимости еще от чувствительности индивидуальной. Вот, поэтому, конечно же, здесь важна концентрация. Например, в геле с БТА-эффектом, который чаще для аппаратных методик у нас используется, гельтековском, в нем 5% аргирелина. Сыворотки Мерилакс, которые чаще используются под альгинаты, там, под маски какие-то окклюзионные, либо в домашнем уходе, как раз вот именно для домашнего ухода лучше всего брать Мерилакс, вот там 7%, то есть большая концентрация этого аргирелина. Плюс там еще, конечно, гиалуроновая кислота, антиоксидант артишок, но основной компонент, конечно, аргирелин. Вот, есть те же самые, ну, то, что я уже говорила, да, пептиды-регуляторы меланогенеза, которые работают с рецепторами меланоцитов. Опять-таки, по принципу ключ к замку. Вот, есть пептиды, которые уменьшают раздражение за счет того, что они блокируют сигналы вот этих вот цитокинов, да, воспалительных каких-то компонентов, да, которые у нас присутствуют, например, в коже, да, вызывают, допустим, какие-то аллергические реакции или возникновение каких-то дерматитов. Вот. То есть, в принципе, пептидов достаточно много, сейчас их активно изучают, и поэтому, в общем, очень большие перспективы у средств с пептидами, могу сказать. Вот. Есть увлажняющие пептиды-регуляторы, например, пептид такой известный, как ацетилгексапептид 37 дифупарин, который у нас в 3D увлажнении есть. Он как раз участвует в регуляции транспорта воды из глубоких слоев в поверхностные. Мы понимаем, что мы не из влаги, не из воды, которую мы добываем себе в кожу воду. Влагу мы в основном добываем из кровеносной системы, да, поэтому важно пить достаточное количество жидкости, да, если нет каких-то ограничений по здоровью, да, и, допустим, при там желудочно-кишечной недостаточности нельзя там нагружать, да, или почки, если не больные. Если все хорошо, то надо достаточное количество чистой воды пить. Тогда мы увлажним кожу изнутри. Так вот, этот транспорт как раз помогает организовать пептид-дифупарин. Вот. Ну, кроме того, в этой сыворотке содержатся все три вида гиалуронки, то есть и ультра, и низкая, и высокомолекулярная, и та, которая проникает очень глубоко, и вот как раз там как заместительная терапия работает, да, и низкомолекулярная, которая чуть покрупнее, но тоже достаточно хорошо работает на уровне там рогового слоя эпидермиса и, может быть, чуть глубже, и, соответственно, высокомолекулярная, которая создает ту самую дышащую микропленку на поверхности кожи, не дает осуществляться трансэпидермальной потери влаги, то есть испарению ее избыточного. Вот, соответственно, ну вот, есть пептиды, например, у нас тоже есть такой известный достаточно гель для кожи вокруг глаз, противоотечный. Кстати, отечность неплохо снимает, даже если его на все лицо нанести с утреца. Вот, если с вечера чаю напился. Пептиды, которые улучшают микроциркуляцию и лимфоток. Да? То есть здесь тоже сосудоукрепляющее действие, здесь дренажное действие. То есть как бы вот этот вот айсерил,
ну, достаточно известный же пептид, уже с достаточно большой такой длительной историей применения. Вот, он поэтому и применяется в противоотечных средствах, особенно для зоны вокруг глаз, потому что он хорошо снимает отечность и улучшает кровообращение в этой зоне. Соответственно, пептиды нет смысла применять раньше, чем 30 лет. Вот такой, наверное, можно поставить возрастной рубеж, а может быть даже и 35. Вот. Ну, в зависимости, конечно, вот я имею в виду миорелаксанты уже такие, как бы матрикины, которые антивозрастными являются. Конечно, те, которые уменьшают проявление атопического дерматита, можно хоть в подростковом возрасте применять, если они будут в каком-то препарате специализированном находиться. Соответственно, у пептидов всегда курсовое применение, то есть кумулятивный эффект. То есть мы можем применять длительным курсом, можем применять полгода, можем применять больше даже, да, по длительности. Но, как говорится, когда мы прекращаем их применять, через какое-то время эффект уменьшается. То же самое, кстати, про неоцинамид можно сказать. То есть, если мы применяем средства с неоцинамидом, у него тоже, как говорится, чем дольше применяем, тем больше эффективность. Значит, что важно, да, о чем я уже говорила вначале, здесь еще раз повторюсь, что лучше не сочетать пептиды с кислотами, щелочами и ретинолом активным, да, с ретиноидами в одно применение. То есть, если вы применяете утром пептиды, а вечером вы применяете кислоты или ретинол, это нормально. Если вы применяете последовательно одно за другим средство, да, то не нужно этого делать, нежелательно. Вот. Если вы хотите применить пептид, а потом кислотное средство утром, ну, есть такая необходимость, да, пептиды, например, действительно активно работают, если активнее работают, если их 2 раза в день наносить, то тогда вспоминаем про правило получаса. В данном случае, если вы кислотное средство наносите до пептида, и если вы наносите после пептида, то уже желательно, конечно, больше, чем полчаса, то есть, чтобы прошло там хотя бы часа полтора-два. За это время pH кожи точно уже восстановится до своего нормального уровня, там от 4,5 до 5,5-6, и пептиду уже вряд ли что-то навредит. То есть, как бы, если мы наносим пептидное средство, да, которое может реагировать на кислую среду, то, соответственно, через полчаса или там чуть позже, да, мы наносим пептид после его, да, но не закрываем пептид сразу каким-то кислотным средством, вот в крайнем случае дать ему подействовать какое-то время, да, и потом нанести. Но, честно говоря, я не сторонник нанесения после пептидов вообще чего-то, что может с ним не дружить. Лучше, конечно, это делать либо до, либо не делать вообще. Вот, разносить в разные дни. Вот, потому что кислоты, ретинол мы никогда не применяем ежедневно, поэтому у нас есть возможность в своей рутине как-то распределить это все. Сейчас мы об этом поговорим. Вот, опять-таки, синергизм пептидов должен учитываться при совместном применении. Ну, в общем, здесь действительно тот редкий случай, когда лучше больше да лучше. Вот. Что не скажешь о кислотах, ретиноле и так далее. Если мы ретинол, кстати, я, может быть, там еще собиралась это сказать, но на всякий случай, чтобы не забыть, скажу, когда мы применяем ретинол, обязательно его нужно применять в небольшом количестве. Ну, мы сейчас о ретиноле еще скажем пару слов. Вот. И я скажу правило, как бы горошины, можно так его иногда называют, да, то есть, когда мы наносим ретинол на лицо, его не должно быть больше горошины, да, если на лицо и шея декольте, то значит, условно говоря, 2 горошины. Не, здесь как раз не работает, когда много наносим, просто побочки получим быстрее. Вот, про pH это мы с вами обсудили, и пептиды должны быть в достаточной концентрации, то есть это мы с вами тоже обсудили. Вот, что касается ретинола, да, здесь все достаточно просто. Чем ближе к ретиноевой кислоте находится производная ретинол, тем оно активнее. Соответственно, ретинол, ретинальдегид, ретиналь, да, ретинол инкапсулированный еще более активный, потому что находится в липосомах, в каких-то капсулах фосфолипидных. Соответственно, будет работать активно, а если вы в составе видите где-то в конце списка ретинол пальмитат или ретинол ацетат, значит это просто для поддержки формулы антиоксидант, как говорится, в составе он не будет работать как активный ретинол. Соответственно, а что мы от ретинола ждем? Да? Мы от ретинола ждем очень много всего. Мы ждем уменьшения глубины морщин, ускорения обновления кожи. То есть сначала кожа действительно она начинает раздражаться, начинает
обладатель становится повышенной чувствительностью за счет того, что начинают дифференцировка вот этих кератиноцитов начинает происходить значительно быстрее. Вот. И сначала эпидермис немножко утончается даже, да, и вот в этот момент как-то как раз происходят все прогнозируемые помощные действия, да, то есть раздражение, шелушение, там, покраснение, то есть так называемый ретиноевый дерматит. Вот, в его таком мягком, лайтовом варианте. Вот. И, соответственно, потом уже эпидермис начинает утолщаться, когда уже ретинол начинает воздействовать на фибробласты дермы, на выработку структурных белков, повышается значительно упругость кожи, и эпидермис начинает фактически в возрасте уже достаточно серьезном функционировать как молодой эпидермис, да, то есть как кожа мы заставляем при помощи активного ретинола кожу функционировать как молодая. Вот, и это очень важно. Соответственно, ретинол у нас, соответственно, может быть и как бы себорегулирующим компонентом, то есть он достаточно неплохо уменьшает себопродукцию, сужает поры и обладает противовоспалительным действием. Поэтому у нас, как говорится, не только антиэйдж эффект, но и противовоспалительный имеет и ретинол, и специально для этого созданы синтетические аналоги ретинола, такие как адапален, например, или тазаротен. Причем тазаротен, он у нас в России, по-моему, насколько я знаю, не применяется, еще пока не зарегистрирован тазорок препарат, вот, по-моему, есть такой. Вот. И, может быть, уже что-то сдвинулось с мертвой точки на эту тему, но вот именно тазаротен синтетический, как говорится, тоже ретиноид, он одобрен ФДА, то есть вот этой вот американской системой, да, по контролю за пищевыми и медикаментозными препаратами, ну, то есть за пищей и медикаментами, вот, как именно антиэйдж препарат. Вот. На самом деле за границей продается и третинаин, собственно, с целью антиэйдж применяющийся, а не с целью антиакне. И вот эти препараты, а-ля там кремы всякие, Ретин-А, Ретирайдес, то есть, ну, есть как бы дженерики, есть оригинальные препараты, они продаются в аптеках и используются действительно для коррекции возрастных изменений. Но у нас таких препаратов зарегистрированных официально нет, поэтому мы имеем возможность использовать только ретинол активный, но он, кстати, меньше побочек имеет, так что в этом плане плюс. Вот. И эти препараты приравниваются по действию как раз к ретиноину. То есть, если у нас достаточная концентрация ретинола, особенно если инкапсулированный, как в ретидерме нашем используется, особенно если он поддержан еще дополнительными какими-то компонентами, допустим, стабильной формы витамина С, ниацинамидом, да, то вот в комплексе они работают так, как если бы мы нанесли на себя чистый третинаин. Ну и с некоторыми тоже возможными прогнозируемыми побочными эффектами. Особенности применения какие? Что очень важно для того, чтобы применять сыворотку ретидерм. Я вот, кстати, тоже сейчас ей пользуюсь, несмотря на то, что сейчас у нас уже весна, да, и если бы не было этой самоизоляции, то мы бы активно на солнце находились, но учитывая то, что по большей части сидим дома, работаем на удаленке, имеем возможность и пилинги поделать подольше, и ретинол поиспользовать. Вот. Но я, честно говоря, делаю в ретиноле небольшой перерыв, учитывая то, что у меня возраст уже, как говорится, достаточно солидный. Вот. И я не вижу смысла сильно часто прерываться, как говорится, по применению ретинола. Но там, если понятно, что едешь в отпуск, там хотя бы за месяц желательно прекратить его использование. Но я всегда пользуюсь максимально возможной для меня защитой SPF. Вот, и всем это рекомендуем. Так вот, ретинол запрещен при беременности и планировании. То есть препараты с витамином А нежелательно и запрещено использовать, если планируется беременность или если она есть. Это не значит, конечно, что если вы случайно нанесли этот препарат, или даже вам сделал косметолог желтый пилинг, а вы не знали, что вы беременны, что прям вот будет тератогенный эффект. Нет, конечно, потому что это все испытывалось именно побочные эффекты, тератогены и так далее, они испытывались, как правило, ну, во-первых, на мышах, а не на людях чаще всего. Во-вторых, касательно пероральных, то есть препаратов, которые применяются внутрь, то есть третинаин, изотретинаин, который применяется внутрь. Но никто не будет испытывать средства с потенциально, как говорится, опасным каким-то для
плода эффектом на беременных, да, даже в виде топического препарата. Другое дело, что в виде топического препарата он не в таком большом количестве может проникнуть, как говорится, в системный кровоток. Но поэтому, учитывая то, что никаких исследований на эту тему мы, не мы, вообще никто в мире, да, по этическим соображениям провести не может, то, естественно, так как он при пероральном использовании обладает тератогенным эффектом, то топические препараты тоже обязаны, как говорится, с таким предостережением выпускаться. Поэтому витамин А не стоит применять во время беременности, ее планирование, ну, условно лактации, конечно, но больше там, если ребенок, как говорится, случайно попадет на кожу, да, у него возникнет тоже ретиноевый дерматит, вот больше с этой точки зрения, а не то, что он там чем-то навредит ребенку, он же не будет его есть этот ретинол наш. Вот. Значит, второе правило, то, что наносится строго вечером. Третье правило, это как раз правило горошины, про которое говорила, что очень небольшое количество нужно наносить. Да? Вот, то есть, ну, как бы мы берем под камеру как-то показать, да? Ну, вот такая вот, наверное, полосочка. Ну, горошинка, если собрать, вот я соберу в одну кучку, да? Вот этого количества хватит на целое лицо. Вот. Относительно зоны вокруг глаз мы наносим ретинол. Запах у него, конечно, шикарный, как такой дорогой парфюм. Причем он еле-еле уловимый, но вот когда мы эту подбирали одушечку для этого средства, мы прям вот все прикипели к этому запаху. Вот, он очень-очень еле уловимый, но вот если вы почувствуете, вот такой прям какой-то отдаленный шлейф, такой как будто дорогущий парфюм какой-то вот прошел мимо. Вот, соответственно, что я хотела сказать, да, правило горошины, да, на лицо одну горошинку, там пара нажатий кликов этого дозатора и на шею декольте. Зона вокруг глаз по косточке, то есть на подвижные веки мы ретинол не наносим. Будет шелушиться. У кого чувствительная кожа в этой области, вокруг губ тоже нежелательно наносить. Крылья носа, вокруг губ нежелательно тоже наносить близко этот препарат, потому что там как раз шелушиться и начнет быстрее всего. Второе правило, третье, нет, четвертое уже правило. Четвертое правило – это правило сухой кожи. То есть ретинол – это относится и к синтетическим ретиноидам для лечения акне, и к препаратам антиэйдж, содержащим ретинол активный, наносится строго на сухую кожу. То есть умыться, протонизироваться, подождать минимум 15 минут, а лучше полчаса, и после этого только наносить ретинол. Это как раз позволяет минимизировать побочки. То есть мы обезжирили сперва кожу, да, нам нужно время какое-то, чтобы восстановились вот эти липидные пласты, и только после этого мы наносим, как говорится, вот этот вот ретинол. Ну, по аналогии можно такую ассоциацию привести, как вот грамотные парикмахеры, они красят, особенно обесцвечивают волосы на грязную голову, да, для того, чтобы липиды защищали кожу головы, вот, собственно, и сами волосы. Никогда на помытую, свежепомытую голову не наносит какой-нибудь блондор. Вот. Следующее правило – это не наносить на поврежденную кожу, да, с кучей прыщей или экскариированной акне, или каких-то царапин, да, ну, то есть поврежденную кожу, да, или там обгоревшие, свежеобгоревшие где-то там на солнце или где-то в бане только что бывшие, вот тоже на поврежденную кожу, на чувствительные участки после повреждающих процедур, пилингов и так далее, какое-то время должно пройти, пока защитный барьер восстановится, только потом можно начинать использовать ретинол. Вот. Прогнозируемые побочные эффекты мы с вами обсудили, да, то есть как бы это все может быть, но минимизируется это использованием, ну, излишняя сухость и шелушение минимизируется смягчающими увлажняющими средствами, да, или силиконосодержащими. А если уже прям вот такой прям дерматит, то есть не, ну, покраснение, какие-то зуд начался участками от ретинола, то просто мы убираем этот препарат на несколько дней, то есть 4-5, ну максимум 7 дней мы его не используем, потом опять постепенно вводим уход. И ретинол вводится всегда не сразу ежедневно, ежедневно он вообще не используется. То есть ретинол используется, ну, максимум через день, да, кому-то достаточно 3 раза в неделю использовать. То есть, ну, начинаем мы всегда с 2-3 раз в неделю. Вот, и потом постепенно через 2-3 недели переходим на более частое применение, потом переходим там, на применение через день и смотрим по чувствительности кожи. Если
Грубо говоря, уже эффекты эти прошли, отшелушился, но все равно кожа вот неспокойная, неспокойная, неспокойная и никак не прекращается это, да, но можно тогда либо сократить количество наносимого препарата, либо немножечко раздвинуть интервал между нанесениями. Вот. А так, в принципе, как говорится, прогнозируемые эффекты должны быть. И вот мы к вам, с вами в заключение дошли, добрались до самой рутины, да? То есть как нам ее сформировать. Я взяла примерно на неделю, более того, я притащила косметику, которая у меня есть дома. Не всей, конечно, я пользуюсь сейчас в данном этапе, потому что я сейчас очень много препаратов тестирую, которые у нас в активных разработках находятся. Вот у нас как раз, ну не буду открывать тайны, всякие вот как раз активные такие средства с такими компонентами, о которых я сейчас говорила, в том числе есть и в разработках. Так вот, вот у меня контейнерчик с очищением, да, которым у меня, в общем-то, вся семья умывается. И у меня здесь есть что? У меня здесь есть обязательно очищающий гель. Это более мягкое средство такое. У меня здесь есть пенка, я ее люблю за текстуру и за запах, вообще за органолептические свойства. Она немножечко пожестче, чем гель, то есть, потому что там три ПАО в составе, здесь всего один кока-глюкозид, которым можно даже грудных детей мыть. Вот, но очень мне нравится то, что она вот такая прям приятная, она не превращается сразу в воду, ее разносишь, очень приятные тактильные ощущения. То есть пеночка из Home Care многим нравится именно как раз за счет того, что органолептика такая чудесная. Ну и она тоже не раздражает кожу, не сушит, глаза в принципе не щипит, но грудного младенца я бы ей мыть не стала, например. Она все-таки пожестче. Вот гидрофильное масло у меня есть, у меня оно не одно, конечно, ну вот если я взяла одно, вот, которым я могу смыть или плотно SPF, или, да, спасибо, Полина, но вот у меня тоже там, как бы, даже муж, он раз я выдавит умоется вот, перед тем, как побриться, вот, нравится, как вкусно пахнет. И, собственно, гидрофильное масло я использую не часто, но использую для того, чтобы снять, допустим, или какой-то SPF плотный, да, например, мультипротектор тот же смыть, или тональное средство, если использую в какие-то дни, то тоже смываю двухфазным использую способом. Вот, кроме того, у меня, конечно, есть тоники. Вот, я люблю с ахакислотами. Не каждый вечер, но использую. У меня, кстати, дочка-подросток тоже его использует, уменьшает склонность к воспалениям, когда вот такие периоды возникают, когда воспалений много. Как бы мы их, конечно, держим в узде, благодаря маме-косметологу, да, но вот ахакислоты как раз мы используем вот в 14-летнем возрасте довольно-таки активно. Вот, у меня здесь есть гидролатик. Ну, как правило, у меня не один, это у меня уже там позаканчивались. Я люблю гидролаты без особых сильных запахов, там липу, например, какую-нибудь петрушку, василек. Вот, и иногда заменяю им умывание с водой, да, то есть побрызгала, промокнула одноразовым полотенчиком. Если у меня ничего там с вечера такого не было нанесено, как бы можно утром обойтись, просто можно ополоснуть водой, желательно, если повышенная чувствительность, можно кипяченой, там как бы можно там из обратный фильтр у кого стоит, да, обратный осмос, а можно так интенсивненько набрызгаться гидролатом или тоником, например, с гидролизатом коллагена и алоэ, и тоже протереть лицо, и оно будет очищено с утра. Вот, а вечером обязательно нужно умываться с очищающим средством. Значит, вот в моей рутине поэтому утром будет либо тоник, либо гидролат, либо, может быть, очищающий гель, а вечером я умоюсь либо двухфазно, да, либо просто пенкой, или два раза пенкой умоюсь. И обязательно и утром, и вечером я протираю лицо тоником, да, и вам советую. Соответственно, потом вот, я буду наносить какие-то активные средства. Вот, активных средств более внушительная коробочка. Вот, это может быть, например, средство с интенсивными увлажнителями, интенсив омоложения. Я люблю, в принципе, 3D я тоже люблю, но я не всегда, как говорится, готова переплачивать за 3D увлажнение, если у меня нет повышенной чувствительности кожи. Да? То есть 3D увлажнение, когда очень обезвоженная
и плюс еще гиперчувствительная кожа, да, вот это идеальный вариант. Для всех остальных дешево и сердито интенсив омоложения. Там содержится и ультра, и высокомолекулярная гиалуроновая кислота, плюс там бета-глюкан, который как иммуномодулятор, иммуностимулятор работает, тоже очень хорошо кожу восстанавливает, и под любой крем не скатывается, отличная штука. Вот. Если мне нужно все-таки чуть-чуть освежить цвет лица, да, чуть-чуть какая-то такой элемент подтяжки и так далее, я беру антикуперозный гель. Антикуперозный гель с капилляропротекторами, с ДМАЭ. То есть он работает тоже как активная сыворотка. Тоже хорошо впитывается, его много наносить не надо. То есть как бы он тоже хорошо дружит с какими-то тональными средствами. Вот. Соответственно, что еще можно? Да? В качестве тоника я могу сказать, что я еще очень люблю, конечно, лосьон концентрат Нео, и я его советую всем возрастным пациентам и подружкам, и кому только, кому уже за 35, за 40, за 45. И, конечно, это активный концентрат с 10% дигидрокверцетином, он, конечно, в полтора раза дороже или два, чем обычный тоник, но это того стоит. Соответственно, потом, после того, как я нанесла какую-то активную сыворотку, могу локально втереть миорелакс, допустим, в зоны с мимическими морщинками. Если мне нужно какой-то лифтинг определенный, я могу взять актив лифтинг с полуланом, с кофеином. То есть вот эту сыворотку нанести, дать ей хорошо впитаться, ее лучше похлопывающими движениями наносить, вот не растирать сильно. И потом уже я наношу средства с SPF. Либо это увлажняющий крем, обычный наш SPF 10, вот легенький, я его люблю за то, что он легкий. А у меня кожа комбинированная, склонная к воспалениям, то есть в молодости была вообще достаточно жирная. Вот, поэтому для меня текстура важна. И потом я наношу, допустим, какое-нибудь там тональное средство, либо не наношу тональное средство, если у меня нет такой необходимости. Вот, я обычно использую средства для зоны вокруг глаз. Потому что все-таки, несмотря на то, что общую жирную кожу, у меня в этой зоне кожа суховатая. И вот когда вышел наш крем-сыворотка с эффектом лифтинга, я, как говорится, к ней воспылала любовью, как бы еще на этапе клинических испытаний. Вот, до этого у меня был вот такой вот кремчик холлендовский с пептидами, тоже у меня уже почти закончился. Ну, я сейчас пользуюсь гельтековской, она мне как-то больше питает, очень комфортная. Вот. И, собственно, ну, вот как вариант, да. С утра я еще люблю в утренней рутине, да, использовать сыворотки какие-то с антиоксидантами. То есть можно просто нанести, например, на интенсив омоложения Витаматрикс с витаминами АЦЕ и тоже получить антиоксидантный эффект. У меня с витамином С есть различные средства с большой достаточно такой концентрацией. То есть у меня с дармовский витамин С есть, пашформуловский витамин С. Я могу их чередовать. То есть, допустим, сегодня утром я использую, там, допустим, комбинацию интенсив омоложения Витаматрикс. Завтра я использую комбинацию, например, там PH-формулы и Витаматрикс, или там PH-формулу и какое-то солнцезащитное средство. То есть, в принципе, вы можете тоже иметь несколько средств с аналогичными активами и их комбинировать как вариант. Вот. То есть с утра, вот понедельник, среда, пятница, с утра мы какую-то сыворотку нанесли, да, то есть мы можем в понедельник одну, во вторник другую, там в среду опять ту, которая была в понедельник и так далее. Понятно, да? То есть и сыворотки можно наносить еще зонально и сэндвично, то есть как, например, миорелакс нам нет смысла наносить на щеки, да, или на шею. Да? Мы миорелакс наносим только локально, на те места, где есть мимические морщинки, где есть именно рецепторы эпидермиса, которые будут реагировать с этим аргирелином. Вот. А уже на все лицо мы наносим, например, поверх него через какое-то время, там минут через 10-15, когда он полностью впитается, уже наносим интенсив омоложения, например. И дальше уже кремовая текстура какая-то идет. Понятен, да, вот этот момент? Вот. А дальше, если мы, как говорится, вечером пришли, да, мы умылись, там или двухфазно, или обычно, и используем обязательно тоник без ахокислот, и в эти дни, понедельник, среда, пятница, у нас будет ретинол, например. Вот, поэтому мы через час после умывания, да, и тоника берем наш ретидерм любимый, где-то я его тут уже поставила, вот, и наносим горошинку, одну на лицо, одну горошинку на шею,
И не забывайте о тыльной поверхности рук тоже, потому что, ну, не жалко сыворотки и вот эти вот антиэйдж средства на эти зоны, потому что эти зоны будут быстрее всего выдавать наш возраст. То есть, если у нас идеально ухоженное, подтянутое или какое-нибудь там, я не знаю, обколотое, даже лицо там сделанное, как там у людей, которые работают лицом, да, то есть, или там это для них очень важно. То есть, смотришь, как говорится, лицо сделано, а руки выдают очень сильно возраст. Например, там пигментные пятна, там все, что только есть, и шея очень сильно выдает. Вот, поэтому надо, конечно, ухаживать одинаково за всеми этими важными частями тела. Наносим ретинол на лицо, наносим ретинол и на ручки. Что дальше, да? Ну и, соответственно, мы можем опять-таки на руках тоже каким-то питательным кремом, барьерным, потом его закрыть. Соответственно, на руках там ретиноидов дерматита, скорее всего, не будет, потому что там не такая чувствительная кожа, как на лице. Если мы используем опять-таки кислоты, да, например, то есть у нас в какие-то дни, да, когда нет ретинола, могут быть кислоты, то тоже их желательно наносить на сухую кожу. Вообще любые средства, содержащие какой-то повреждающий, потенциально повреждающий эпидермис компонент, лучше наносить на идеально сухую кожу, то есть с восстановленным уже защитным барьером. Вот. А дальше, как говорится, если мы используем ретинол, там понедельник, среда, пятница, и у нас сухая кожа или нормальная кожа, мы привыкли использовать питательный жирный крем, да? Либо у нас сам ретинол вызывает повышенную сухость кожи, немножечко дискомфортно, да, то нам нужно нанести крем. Вот в этом случае мы крем наносим через час. То есть правило час. После ретинола мы наносим смягчающие, увлажняющие какие-то другие вспомогательные средства, гелевые или кремовые текстуры через час. Вот проще всего это запомнить так. То есть наносим сам ретинол через полчаса после умывания, а ну, можно там через 15 минут, но лучше, конечно, попозже. А уже какое-то скрывающее средство, если оно необходимо, да, ретидерм, он кремовый, он комфортный, он содержит масло сладкого миндаля, он содержит фукагель, то есть он, в принципе, самодостаточен, да, но если вот привыкли что-то прям жирное наносить, да, или там какое-то, я не знаю, прям шелушение есть, и нужно что-то такое прям совсем барьерное использовать, чтобы это шелушение немножко приструнить, то тогда не раньше, чем через час. Понятно, да? Вот, очень хорошая комбинация, вот для меня лично и для многих, собственно, кто уже успел попробовать. Это утром пробиоскин, то есть то, что я уже говорила, но на всякий случай повторю. Вот, а вечером, допустим, ретинол. Потому что пробиоскин, он восстанавливает микробиом, который немножечко разрушает ретинол и кислоты, например, да? А, как говорится, микробиом нам нужен в хорошем состоянии, потому что от него зависит и чувствительность кожи, и, в общем, ее реактивность, да, и ее барьерная функция и так далее. Вот, понятно, да? То есть понедельник, среда, пятница у нас активная сыворотка утром или с антиоксидантами, или с пептидами, или с капиллярпротекторами, или с интенсивным увлажнителем, или с теми, другим и третьим, а вечером у нас на сухую кожу наносится ретинол. Вот, едем дальше. У нас вторник, четверг, суббота. Вот, соответственно, опять-таки, с утра у нас очищение, либо без очищающего средства, либо с очищающим средством, кто как любит. Вот, дальше идет опять-таки активная сыворотка, или с пребиотиками, или с антиоксидантами, или с пептидами. Мы можем их опять-таки комбинировать. Да? Вторник одна, там четверг другая, суббота третья. Вот. Но я предпочитаю, честно говоря, использовать хотя бы 3 месяца подряд вот что-то одно, да, или там два препарата комбинирую. Но вот не каждый день все разное, потому что большинство вот этих профессиональных средств, они обладают накопительным эффектом, и если у нас получится, что каждое средство с активным ингредиентом мы наносим раз в неделю, то мы очень долго будем ждать вот этого накопительного эффекта. Те же самые пептиды, релаксанты лучше наносить вообще 2 раза в сутки. Значит, обязательно зону вокруг глаз, естественно, мы наносим что-то, да, если есть в этом необходимость, а после 40 лет она всегда в этом необходимость есть. И дальше наносим защиту. А вечером у нас ретинола нет в эти дни, поэтому мы те же самые сыворотки комбинируем, которые мы использовали утром, в качестве ночного средства, да. Кстати, еще один такой лайфхак, который я сама использую достаточно часто, и мне очень нравится. У нас есть вот этот вот прекрасный новый крем для век с эффектом лифтинга. Особенно для специалистов цена у него очень бюджетная получается, несмотря на весь такой навороченный состав с матриксилом, морфомиксом, с кофеином и так далее. Вот, и со всякими лифтинговыми агентами. И вот этот вот крем,
Он легкий, приятный, и его можно использовать, например, при жирной комбинированной коже, если ну очень хочется на ночь намазать крем. Вот, потому что увлажняющий мы не будем мазать в нем SPF, зачем он нам ночью, да, в нем 10, но все равно есть SPF, фильтры есть. Тот же самый крем спа апельсин, да, он у меня, кстати, в коробочке с масками лежит, потому что я его не использую как питательный крем, как правило, использую как питательную маску. Вот, тоже, как говорится, будет плотноват. А вот крем для глаз, вот этот вот, он и бюджетно получается, и экономия, да, не нужен отдельный ночной крем, можно иногда нанести его на лицо и шею. Кстати, то, что мы наносим на область вокруг глаз, всегда желательно наносить на шею, потому что очень похоже по структуре вот этой области кожи, да, и очень хорошо средство для век действует на область шеи. И они, как правило, все с эффектом лифтинга. А здесь нам упругость тоже нужна. Вот, понятно, да? То есть, когда нет ретинола, мы используем то же самое, что и утром, да, на ночь можем при необходимости кремик нанести. Вот, не через час, а практически сразу после сывороток, да, а если ретинол, то только через час. И мы можем в какой-то из этих дней, ну, как правило, суббота, если кто-то пятидневку работает, если нет, то можно вторник, суббота, да, или четверг, суббота. Ну, то есть, как какие-то из этих дней можно сделать какие-то процедуры себе. Вот. Самая распространенная и эффективная процедура – это, конечно же, энзимный пилинг, сделать себе энзимную маску. У меня возьму коробочку с масками. Вот. И, соответственно, после энзимной маски, ну, вы все, наверное, знаете, как ее применять, это наш хит, то есть ее наносят на 15 минут, либо под пленку, если нужно более интенсивное разрыхление, либо влажными руками делаем по ней сам массаж в течение тех же 10-15 минут, и потом смываем, лучше всего смывать таким вот одноразовым полотенчиком, смоченным, отжатым водой, да, чтобы дополнительно вот такой отшелушивающий был еще эффект от самого контакта вот этой мягкой ткани, деликатного такого контакта с кожей, с разрыхленным эпидермисом, чтобы не просто голыми руками, да, смывать, а именно вот полотенчиком. И, соответственно, после энзимной маски прекрасно работают любые маски, соответственно, которые вы после них нанесете, уже уходовые. То есть, ну, у меня самый любимый вариант – это Аквадовольствие гельтековский, потому что положил ее и пошел своими делами заниматься. То есть, она никуда не сползает, не стекает, ничего с ней не делается. Я ее храню, как правило, в холодильнике, потому что ее приятно холодненькой наносить. Единственный нюанс – ее нужно наносить толстым слоем. Я это на каждом вебинаре говорю, семинаре. Вот, но ну, мало ли, вдруг кто первый раз. Вот, она наносится именно вот таким… Сейчас попробую под камеру подставить. Прям толстым, толстым, толстым слоем. Видите, да? То есть где-то миллиметр-полтора, чтобы она лежала на лице, как такой большой гидрогелевый пэч. Вот. И потом, через 20 минут, вы вот таким же тоже влажным компрессиком, да, можно тоником или гидролатом попшикать, или просто кипяченой водички макнуть, просто ее смываете остатки и наносите свое привычное вечернее, как говорится, уходовое средство. Вот, как вариант, можно кремовые маски делать. Я либо из нашего питательного дешевого сердито делаю толстым слоем нашу, либо у меня есть два любимчика джиджевских, которые я тоже люблю, кремовые маски. Можно какие-то маски одноразовые использовать после этого тоже очень хорошо. И я очень люблю, если мне не лень, делать маску, которую я делаю в кабинете, как говорится, после процедур. Юль, сейчас отвечу на вопрос. Вот, и я беру гель для сухой нормальной кожи Нео, наношу на лицо, потом наношу вот такую вот маску одноразовую из упаковки, там по 50 штук. Вот, пропитываю лосьоном концентратом Нео и вот этот компрессик под сухое полотенчико. На 20 минут кожа потом просто фарфоровая. Но об этом способе все знают, я его на каждом очном мастер-классе демонстрирую. И, в общем, все, кто пользуется гельтеком, как косметологи, они, как правило, этот способ используют. Он даже у нас методички есть, вот, который называется «Шаг за шагом к идеальной коже», которая выложена у нас на сайте в разделе обучения. У нас, кстати, если кто вдруг не в курсе, у нас очень такой хороший контент именно обучающий контент на YouTube-канале, у нас есть соцсети, в которых мы тоже всякие статьи, в основном как бы мной написанные, публикуем, если это касается именно косметологии, да, то есть каких-то ингредиентов и так далее. Вот, поэтому можно, в принципе, подписаться на соцсети, на YouTube-канал и периодически что-нибудь там смотреть. У нас есть влог такой более рассчитанный на такую широкую публику, короткометражные видео всякие смешные. Вот, можете тоже посмотреть.
и посмеяться. Значит, что касается вопроса, да, про энзимный пилинг, либо остается шелушение, либо ожог. Но это вообще, на самом деле, Юлия, очень-очень редко, когда встречается такая реакция именно на энзимный пилинг. То есть здесь индивидуальная какая-то гиперчувствительность, скорее всего, потому что вряд ли вы его передерживаете, да, то есть больше там 15 минут держите, вряд ли вы его кладете на поврежденную изначально кожу. Если у вас на энзимы с молочной кислотой, да, то, что в составе как раз и соль уропан, есть какая-то реакция, то, наверное, ну, может быть, не стоит его использовать. Вот, потому что у него высокий достаточно pH, там больше 4, у него порядка 4, около 4 pH, там от 3 с чем-то диапазон до, как говорится, 4 там, с копейками, и он вообще не шелушит. То есть это такой поверхностный эксфолиатор, да, очень мягкий. Вот, поэтому либо у вас реакция может быть на молочку, такая, на молочную кислоту, которая в составе энзимной, как говорится, энзимного пилинга. Вот, тогда я вам просто посоветую энзимные пилинги использовать порошковые, где только энзим находится, допустим, или папаин, или субтилизин, или бромелаин, и, как говорится, там, конечно, больше тех самых танцев с бубнами, пленочка, теплое полотенчико и так далее, но зато можно использовать, как говорится, без опаски. Но энзимный пилинг я очень люблю, и многие его любят, потому что массаж по нему можно делать, он очень хорошо прямо гладкую такую делает кожу сразу, даже если вообще по нему ничего не делаешь. Я раз, ну, вижу немножко сапожник без сапог с утра, да, и пока там детей в школу собираю, я, значит, ее после умывания нанесу на лицо и так хожу своими делами, занимаюсь, там минут 10, через 10-15 минут я ее смываю, даже не массирую. Вот, и поэтому, собственно, такой вариант тоже допускается. Вот. Ну, смотрите, если у вас чувствительная кожа, Юлия, то вам надо просто методом, как говорится, проб и ошибок подобрать свой какой-то вот легкий пилинг. Может быть, это вообще не будет не энзимный, не какой-то не кислотный пилинг. Может быть, будет какая-нибудь, вот как у меня тут есть рисовая пудра джинджерская, да, то есть такой за счет немножечко и трения, и, собственно, вот такие пудровые варианты, может быть, вам подойдут для ежедневного шелушивания. Энзимные пилинги не имеют кислый pH, как правило, просто энзимная маска у нас — это не совсем энзимный пилинг, это энзимно-кислотный, то есть там еще молочная кислота 5% есть, и у него pH слабокислый диапазон. Вот. Но, в общем, не сильно кислее, чем, например, тот же самый тоник с ахокислотами. То есть это не пилинг, который разрушает эпидермис. Да? Он немножечко растворяет вот это клейкое вещество, которое держит кератиноциты мертвые вместе, да, и помогает им отшелушиться. И немножечко растворяет верхние части вот крышечки на комедонах. Поэтому очень хорошо вот как бы выравнивает тон. Но, да, индивидуальная чувствительность может быть, конечно, никто и не отменял. Я потому и начала этот вебинар с того, что как бы упомянула то, что действительно средства с рабочими концентрациями активных ингредиентов, профессиональные средства, да, их желательно, конечно, применять с профессионалом, подбирать и все, потому что есть некоторые нюансы, да, и действительно рабочие концентрации компонентов, в отличие от там масс-маркета, где там следовые концентрации активных компонентов, они имеют больше шанс вызвать какую-то индивидуальную реактивность, но, как говорится, это все равно очень небольшой процент людей. Вот, так вот, вернемся к нашим, как говорится, к нашей рутине. Вечером мы либо два раза в неделю, либо один раз в неделю можем сделать вот такое отшелушивание каким-то поверхностным эксфолиатором. При очень толстой коже с гиперкератозом, или бывает, что действительно долго не отшелушивали, ну как-то вот оно все наросло, да, можно, в принципе, допускаю я использование мягких, хорошо отшлифованных или там с микрогранулами полиэтилена скрабов. Вот, например, наш для тела скраб, я, честно сказать, сама, и многие уже знают, наверное, нечего скрывать, используют на лицо, но, естественно, нужно не сильно тереть, а прям легонечко. Вот, там очень хорошо отшлифованная пемза. Она, кстати, в отличие от микрогранулового полиэтилена, не портит окружающую среду, то есть не вредит рыбкам и коралловым рифам. Вот. Но, естественно, скрабы я, ну, с осторожностью очень рекомендую, потому что, как говорится, наяривать каждый может по-разному. Вот, и травмировать кожу скрабом гораздо проще, чем каким-то кислотным, слабокислотным, да, или энзимным пилингом. Вот, но, в принципе, можно там даже разрыхлить дезинкрустирующим гелем эпидермис или энзимной маской, а потом
соответственно, чуть-чуть немножечко аккуратно поскрабировать. Хотя наш скраб, он предназначен изначально для тела. Там шикарный совершенно антицеллюлитный комплекс в нем. Вот, но за то короткое время, что просто поработает тот же самый абразив, да, вот эта отшлифованная пемзочка, с лицом ничего плохого не произойдет. Кстати, у меня мелькнула мысль в ответ на вопрос на ваш, Юлия, что вот если вам не подходит большинство энзимных каких-то пилингов, да, не подходит энзимы кислотные, какие-то кислотные варианты, то можно попробовать классическое холодное распаривание, допустим, дезинкрустирующий гель под пленку положить, он разрыхлит, после этого вы все смоете. Вот, как бы уже методом проб и ошибок подбирать. Просто есть просто разрыхляющие средства для холодного распаривания, которые, как правило, содержат там или мочевину, или вот как наш там поливинилпиролидон, и, соответственно, разрыхляет под пленочкой, под пищевой или под окклюзионной масочкой полиэтиленовой достаточно неплохо. Используется, как правило, перед аппаратными чистками, но ничто не мешает нам использовать его дома. Так вот, соответственно, после вот этих вот всех наших манипуляций, да, мы можем положить любую маску. Вот, и маска любая будет после такого вот отшелушивания работать гораздо эффективнее. И дальше мы используем тоник, какие-то средства с пробиотиками и так далее. Вот, и вот такой нюанс, да, что в те дни, когда ретинола нет, мы можем использовать ахокислоты, а в те дни, когда ретинол есть, тоник с ахокислотами мы не используем. Вот, это что касается вот такой рутины, да, и в воскресенье у нас остается, в идеале, это должен быть выходной для кожи, да, но если мы сами куда-то выходим, да, по-любому мы наносим там макияж и все такое, поэтому у нас, конечно же, вечером будет очищение, как и в остальные дни, но мы в воскресенье можем минимум, как говорится, средств использовать, чтобы кожа сама поработала немножко. То есть мы можем использовать мягкое очищение утром, потом нанести сыворотку или с интенсивными увлажнителями, или вот я очень люблю пробиоскин с пробиотиками, с лизатами бактерий, с инулином, с альфа-глюканом. То есть такое очень классное средство у нас, вот оно недавно вышло, но испытывали мы его до этого года. То есть прежде чем выходит средство, оно очень долго проходит клинические испытания, поэтому мы о нем опыт имеем и знаем гораздо больше, чем те, кто только начали, да, его, грубо говоря, использовать, когда оно вышло, наконец. Вот, обязательно, конечно, что-то наносим на зону вокруг глаз, и, естественно, если идем на улицу гулять, то SPF, если индекс инсоляции выше 3, или если мы сидим на ретиноле или кислотах. Вот, соответственно, вечером мы приходим, умываемся, наносим опять-таки вот какую-то восстанавливающую сыворотку, да, и не забывая про шею и ручки, и, соответственно, средства для зоны вокруг глаз, и никаких процедур дополнительных, никаких отшелушиваний, ничего, конечно, вот не делаем. В идеале, конечно, если мы сидим, например, дома, да, в воскресенье к нам приходят гости, там еще что-то, ну, минимум, минимизировать вообще просто уход за кожей и нанесение декоративной косметики, в том числе в этот день. Вот, на этой оптимистичной ноте, что я надеюсь, что все-таки мы будем куда-то выходить из наших домов в скором времени. Вот. Я предлагаю наш вебинар закончить. Если у вас есть вопросы, то задавайте их в чат. Если у вас вопросы возникнут потом, то задавайте их на e-mail. Вот. И я с удовольствием на них отвечу. Соответственно, подписывайтесь на нас в наших соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, кому удобно. Обычно параллельно там все статьи выходят, а в YouTube-канале у нас выкладываются вебинары, у нас выкладывается наш влог. Вот, недавно у нас серия влога «Сам себе косметолог» вышла, там несколько мы видео записали, таких больше юморных.